Вот он, вот он! Иди сюда. Что вы хотели? Что вы хотели? Денежки капают? Что вы хотели? Денежки капают у вас? Ой, сними маску, блин! Маску я не могу? Маску сними, говорю, нахуй! Насрать мне на твою камеру, блин! Ты что делаешь? Насрать мне на твою камеру! Иди сюда, блин! Тихо. Смотри, парень, прими тебе ее, пожалуйста. Тихо. А что случилось? Отойди, что ты такой? Сними маску. Кто ты такой? Коронавирус? Все, успокойся. Один есть. А что у вас так много? А что случилось? Снимите маску. Тихо, Таня, что иди сюда? Что случилось? А что ты иди сюда, подойди. Иди сюда. Кто начал первый? Мы сейчас. Кто начал? Вы ее толкнули, и сотрудников полиции. К нам обратилось огромное количество пострадавших. Огромное. И мы туда приходили не раз. Ко мне конкретно. Вадим, а вы деньги берете за свою работу с людей, которые... За юридические, да. Берете. За общественные. Я просто что хочу сказать. Я просто еще не договорил. Можно я вас перебью, я договорю? Пожалуйста. Спасибо. Так вот, к нам обратилось огромное количество людей. Мы туда ходили неоднократно. Раз за три точно. Ну, как бы в процессах этих всех походов выявилось огромное количество пострадавших, которые туда приходили в момент наших появлений. И мы их всех потом собрали, поняли, что по-другому, как взять их штурмом и это все показать с камерами. В общем, сделать жесткий напряг. Для всех, и для структур, и для самих мошенников. Просто с ними, на самом деле, гораздо жестче нужно поступать, потому что то, что они вытворяли, делали... Ну, я даже смотрел вот этот фильм, когда сейчас показывали, у меня буря эмоций. И, прессы, ну, боятся. Да вообще ничего не боятся. Поэтому мы взяли, сделали, организовали штурм, их в этот же день возбудили уголовные дела и их закрыли. Сергей Пастухов, 37 лет, родился в городе Шымкент, Республика Казахстан. По словам пострадавших, является фактическим руководителем ряда юридических компаний в городе Воронеже. С 2011 по 2015 год служил в ОМВД России по Усть-Лабинскому району Краснодарского края в должности участкового уполномоченного полиции. Новый офис, новое название – «Авилон», а лица до боли знакомые. Куда вы пошли? Там опечатано все. Уберите, пожалуйста, камеру. Я не разрешаю. Камера убирать не будет. Уберите. Зовут меня Галина Александровна. Я, естественно, юрист данной юридической компании. Консультации сегодня в рамках первичного приема были проведены на безвозмездной основе. По телефону наш корреспондент договорился о встрече и коротко описал ситуацию. Хочу вернуть водительские права. Пару месяцев назад лишили за езду в нетрезвом виде, а алкотестер состояние подтвердил. Юристку такие обстоятельства дела не смутили. Она поспешила заверить. Все решаемо. Только вот закон запамятовала. Согласно федеральному закону защите прав потребителя, то есть вы потребитель, я предлагаю вам услуги. Мы с вами заключим соглашение официально. Я на себя беру обязательства, и я за выполнение этих обязательств отвечаю. После настойчивых убеждений и высокопарных речей о самых блестящих юристах их компании, Галина Александровна принялась загибать пальцы и в выражениях не стеснялась. У вас тут работа за Это, как правило, в рамках обычного приема 60-70 тысяч это выходит. Внесете 40 тысяч и по окончанию 40 тысяч. Что это реально вы просили? Просто у меня уже сомнения, честно говоря. Я говорю, любое уголовное дело, административное тем более, это реально развалить. У меня просто 40 тысяч нет с собой. Можете завтра прийти, послезавтра прийти, условия просто будут другие. Этот номерок – это первичный прием. Если я закрою этот номерок, завтра, послезавтра это уже будет вторично. Если мы заключаем с вами соглашение, вы вносите какой-то аванс, мы регистрируем, вы решаете свои финансовые вопросы, оплачиваете, мы выделяем вам юристы. У меня 5 тысяч максимум, наверное, есть. Ну, для аванса, я думаю, достаточно. Сергей Олегович, для того, чтобы права вернуть, вот это можно процедуру пройти. Это шанс. Либо полтора года просто забыть, пешочком походить. Коридоры и переговорные нового офиса юридической компании в этот день были забиты новыми клиентами. Мы решили не дожидаться, пока эти люди станут очередными жертвами аферистов, и отправились задать им несколько вопросов. Здравствуйте, вызывайте сотрудников полиции, наверху у вас мошенники работают.
Сюда, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а где вот эти все они, да? Этот кабинет. Вот, здравствуйте, знакомые лица. Здравствуйте. Женщина знакомая у нас. Помните, наверное, нас, да? Вот она. Вот и все наши мошенники. Они кто-то отрубают. Ребята, вы... А что вы прячете? Опа, вы что делаете? Ничего вы не что делаете? Вы что делаете? Здравствуйте. Так, здесь. Идите сюда, идите сюда. Сизинцев. Бабушку обрабатывают. Вот они. А где остальные ваши все? Кто, собственно говоря? Где остальные ваши все? Вы смотрите, не заключайте никакой договор, здесь мошенники работают. Ты что, дурачок, разговорчивый такой стал? Конечно. Знакомые все люди. Так. Так, а где остальные? О, все тут знакомые лица. Кто-нибудь из ребят сюда. Кто-нибудь сюда. Один там на выходе. Знакомые лица. У вас имя есть? А у вас? У меня есть Сергей Михайлович. А у вас? Я вас представляю? Ну, может, не представляю. Но это будет подозрительно. Что такое происходит? Все хорошо. А Пастухов где у вас? Что происходит? Руководитель где? Антон Владимирович, меня зовут, представитель по доверенности. Компания Авалон. А фамилия есть у вас? Ген. Как? Ген. Да. Смотрите, поступила жалоба на вашу организацию. Да, во многих мошеннических действиях. Вот, мы телевидение пришли, совершили контрольную закупку. Только Пастухова не видим. И хотели бы сейчас просто, чтобы нам кто-то разъяснил. Пойдем. А вот здесь вот давайте посмотрим, кто здесь держит ручку, кто там спрятался. Откройте, кто здесь? А кто там? Откройте нам дверь. Там кто-то есть. Откройте здесь дверь. В этот раз я двери буду выламывать, я не буду ждать, когда придет полиция. Потому что... Скажите, а вы кого-то здесь узнаете? А? Вы узнаете здесь кого-то? Да, вот она женщина. Вот она женщина. А в чем проблема? Ты лучше не буксуй. Ты лучше не буксуй. Я тебе сразу говорю, лучше не буксуй. Понял, лучше не буксуй. Давайте, открывайте. Смотри, держит. Вот они. И Пастухов здесь. Вот он. Иди сюда. О, блин. Вот скоты. Тебе в глаза попали? Да. Ой, в глаза. Все нормально. Закрывайте двери. Ты в глаза не попали? Нет. Не попрыгай. Серега. А где корреспонденты? Опять? А где он? Где он? Оператор, да, опять. Вызовите скорую, Лехи, там вызовите. Вызвали, да? Вызывайте, да? Не три, вообще ничего не делай. Вообще ни водой, ничего не делай. Я через силу это все делал. У меня даже как жжет, ничего лучше не делай, потому что будет жопа. У меня даже как пошикануло, у меня просто оттас. Че там, Пастухов закрылся, думаешь, не откроем? Смотри, как они, если бы не открыли, не знали бы, что есть Пастухов, ты посмотри. Скотина это. Фу, блин, вот это у меня жжет просто капец. Я представляю, что у тебя. Ну, Леха самый удар принял, ему вообще весь перец пришел. Самый перец. Да. Что тут такое?
21 тысячу. Человек говорит, на 60-го прокинули. Вот пришел дед? Вот, на 60 тысяч. А то есть вы уже с ними заключили договор? Уже заплатили. На 60 тысяч заплатили, а за что заплатили? Короче, мне должны были за кредитные каникулы, чтобы мне оформили. Ага. Вот, не оформили сразу же, как я с ним договор 20 тысяч оплатил, оформили. А потом я говорю, мне уже оформили. Они говорят, вам надо еще все равно адвоката нанять. Чтобы... За что? На кредитные каникулы? Нет. Или зачем? Чтобы обстоятельства не пошло, ну, они, чтобы они обратно, короче, эти кредитные каникулы не забрали. Тут какую-то ерунду они вам придумали. Сказали, надо оплатить, я не пойму, как они там адвоката. Сидят. Там вот я оплатил. Я им сказал, а за что мне уже оформили кредитные каникулы? Ну, они сказали, что надо. Так, что вдруг они могут тебе подсунуть бумагу, что обратно что-то пойдет. И когда это произошло? Это уже месяц-полтора назад. И они вот теперь пришли разбираться с ними, да? Да. Ага. Вот, но здесь, смотрите, здесь телевидение, журналисты. А куда он собрался-то? Что там? Там проблемы какие-то? Здесь нет, да. Один он вышел. Я понял. Ну тогда не уходить никуда, сейчас сотрудника полиции сюда будем приглашать. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов. И вы на канале Общественного движения «Дорожный контроль». Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Еще один пострадавший, да? Заходите. Вы уже заплатили, да, им что-то? А вы платите, идете только? Вы не платили еще? А, ну не платили, сказал. А что здесь творится? Что здесь происходит? Вот люди в Москве. Да, что-то случилось. Что случилось? А что случилось? Что хочется понять, люди в Москве ходят тоже. А что случилось? А вы кто, что хотите? А вы кто? А вы кто? Я человек. А вы кто? Я человек. Ну вы не приближаетесь сюда. Нет, так вы тоже не приближаетесь. Вы подходите ко мне, буду воспринимать как угроза. Боюсь, вот люди здесь маски. Здесь телевидение, общественники. У вас аккредитация есть? Что? У вас аккредитация есть? А что случилось? А? У вас аккредитация. Зачем вы сюда пришли? Ты такой вообще? Зачем вы сюда пришли? Не подходите ко мне. А кто это такие? Не подходите ко мне. Подождите, вы не видите, это провокация какая-то идет. Что вы хотели? Капают? Что вы хотели? Денежки капают? Что вы хотели? Денежки капают у вас? Куда? У вас на счет капают? На счет? Нормально? Да. Конечно, все капает. Зарабатывать, да. Хорошо? Конечно. Провокации свои. Провокации, всем зарабатываем, да. Смотри, а что, если я ручку так провернуть не если могу. Если вы правильно себя ведете, поним? Чего уже вы без камеры? Почему? А мы что не должны без камеры быть? А почему вы? Мы должны быть без камеры быть? А почему вы в маске? Что вы хотели? Вы зачем сюда пришли? В чем проблема? Вы зачем сюда пришли? Вы зачем сюда пришли? Нет, мы не зачем. Маск сними, что ты боишься? Что ты боишься? А что? Что ты хочешь? Ты что хочешь? Что ты хочешь? Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Что ты сделаешь? Я тебе ничего не собираюсь делать. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Маск сними. Не подходи. Не нужно подходить. Зачем ты? Ты че, Юта? Руками не трогай меня. Отойди. Ты что делаешь? Руками не трогай меня. Отойди. Отойдите, я вас прошу, пожалуйста. А теперь оставайся здесь. Никуда не уходи. Опа. А как в тот раз приезжали защитники, и в этот раз так же. Сейчас полиция приедет. Да пусть приедет. Вот. Конечно, я же вам и говорю, пускай будет. А где эти люди? Это они небось им позвонили. Вот эти вещи нужно правильно дома показывать. Пошлите, пошлите. Кто защищать приехал? Вы что? А что вы кто защищать приехал? Вы просто сами за свои вот действия анализируйте. У вас ведет человек и ведет кто таким образом. Что я здесь пострадавшая! Что здесь законного я есть? Вы в масках залетели в офисы. Сейчас это, а вы кто есть, я не пойму. Вы пострадавшие. Вы спросили, кто вы? Я говорю, я пострадавшая. Вы кто? Сейчас... Ответьте на наш вопрос. Все снимаем. Дальше в полицию дождемся. Придешь так мы и ждем вызвали, конечно. Да, полиция приедет, маски снимаем, хорошо? Нельзя, мы дождемся полицию. Мы здесь всех ждем. Уже вызвали. Я вижу по твоим глазам, что ты конченая тварь. Послушай, я вижу много что по твоим глазам. Только придержи свое мнение. Я тебе придержи свое мнение. Ты конченая тварь. Послушай, придержи свое мнение. Придержи свое мнение. Придержи свое мнение. Придержи свое мнение. Это для нашей и вашей безопасности камеры. Подальше, видите, человек тоже вот. Денежки хорошо капают? Сколько еще вопросов? Другие еще какие-то вопросы? Да, задавай. Хорошо капают? Задавай другие вопросы. Хорошо интригой живете? Чем живем? Интригой. Обманом. Скандалы, интриги, расследования, да? Да. Вы же как самозванец, да, себя очень хорошо преподносите. Да, вы меня знаете, да? Я? Да. Конечно, Боря, вы же человек, который человек справедливости.
Так. Решайте вопросы с гаишниками, так, со всеми. Так. Кто вне закона? А вы, кстати, вне закона действуете? А как вы думаете, алименты как вы сейчас платите? Думаете? Алименты? А решение, которое в отношении вас есть? Алименты? Вы их исполняли? Алименты? Да, а вы хоть бы подготовились? Вы хоть бы подготовились? Серьезно? Конечно. Зато я вижу, как вы подготовились. Вот эти законы здесь. Чего у вас сразу тема сменилась? Какие алименты? Давайте на эту тему поговорим. Ваши личные, к вам претензии. У вас ко мне? У меня нет. Так, при чем здесь какие алименты? Вы что? У вас аккредитация есть? Чего? У вас аккредитация есть? Какая? На что? У вас есть аккредитация, что вы не снимаете? А у тебя есть? У меня нету. И у меня нету. Это мое личное действие. Это мое личное действие. Зачем вы? Я не могу. Боишь? Сними маску, блядь. Маску я не могу. Маску сними, говорю, нахуй, блядь. Дело, блядь. Успокойся. А? Вы что все так не делаете? Успокойся. Борцы, блядь. Давай иди сюда, борец, блядь. Да успокойся. Стоишь, блядь, маску одел. Успокойся. Уебок нахуй. Послушай, да не оскорбляй меня, тебя никто не оскорблял. Давайте без мата, я спрошу. Давайте без мата. Тебя никто не оскорблял. Пусти, иди сюда, да мне, я честно, ребят, да насрать мне на твою камеру, блядь. Ты что делаешь? На твою камеру, иди сюда, блядь. Ты что, блядь, нападение нахуй. Успокойся. Это только что ты теперь отсюда не уйдешь. Ты теперь отсюда не уйдешь. Не надо его никуда. Что сделал? Я что-то сделал, ваш коллега. Я ударил. Что вы видели? Что произошло? Вот я тоже фиксирую. Я вижу закон с ваших действий. Сейчас я еще полицию. Если вы законно зашли, звони тут нападение, скажи. Нападение на журналиста, звони. Так, давай, где Вика там? Антон. Полиция вылез, нормально. Полиция вот. Алло. Почему такая ко мне личная неприязнь, объясни? А? Почему такая? Мы с тобой же незнакомые. Послушай, я тебя знать, скажи, не знаю. Вот именно. По лицу, понимаешь? Нет. Вот я послушай, не вот я вижу по твоему поведению, что ты мне неприязнь. Ну, у меня к тебе лишь неприязнь сейчас возникла. Ну, гнида ты, скажи, понимаешь? А нет, почему у тебя люди, такое? Люди все разные, я вижу тебе. А ты объясни, ты за того, что люди обманывают здесь людей других? Кто кого обманывает? Я, бля, вообще первый раз вижу, понимаешь? Нет. Да, а ты здесь, а тогда зачем ты здесь? А ты здесь зачем? Ты я зачем пришел людям помогать. Ты в курсе, что а здесь бабушек? Ты в курсе, что здесь бабушек обманывают? В курсе? Ты в курсе? Пожилых людей? Ты в курсе? Я не в курсе. Не в курсе? Много чего хочу понять тоже. А вы хорошо, вот. Вот скажи, стороны, если вы не за них приехали, скажи, вот, вот скажите, вот он меня оскорбляет. Закон вы себя ведете. Мы закон абсолютно. Вот вы, я имею в виду, вот ваши коллеги. А что, маски нельзя одевать? Да? Маски нельзя одевать. А закон так владеть, что можно? Конечно, можно. Скажи, мне просто непонятно, почему ко мне такая личная неприязнь, если ты меня знать не знаешь? Если у вас есть вопросы, к чему? Я не с ними, я тут уже сидел. Да нет, я хочу вам объяснить ситуацию. Вот я заплатил 60 тысяч. Вот мне обещали в течение 2 недель, что им вернут. Алло. Это, понимаешь? Прошло полтора месяца. Ты можешь объяснить алло нормально? Да. Почему ты меня оскорбляешь? Вот объясни, я тебя не оскорблял ни разу. И ничего мне с тобой нечего делить. Да честно тебе, вот ну не камеры бы, да? Да по сути, меня вообще пух на эти камеры, да? Я понимаю, что тебе очень хочется прям мне втащить, я да понимаю. Да не в том дело тащить, понимаешь, нет. Я тебе хочу просто совранить, если ты больше не стал. И вот, А с чем, Оскар, объясни? Ты маску, что-то маску, блядь, одела. Если тебе не было нахуй, я тебя полбаски, блядь, снесу, ёпты. Спортсмены невъебенные, блядь. Боксер, что нахуй? Иди сюда, ты, ёпты. Ты борец, иди сюда. Успокойтесь, что вы себя так ведете, что за провокация? Дело, маска одели, успокойтесь, вас прошу. Бандит, вы с кем пришли? Бандюган, бандит, что не в маску одели? Они на это на вас заработают, а вы этого даже не понимаете. Ты можешь нормально объяснить? Ты можешь нормально объяснить? Да мы пообщаемся, это не вопрос. Ты объясни. Пожалуйста, вас не звали. Бабуль, ты, походу, бабушка ему такой связан с ними. Успокойся, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Ты пойми, Наш, я все спокойно. Ты понимаешь, что канитель какой-то, который никому не нужна. Ну да, зато видно, вот все закон. Выйди, пожалуйста. Здесь. Вы потом, когда это будете это все скидывать, да, отредактируете должным образом. Да, это зачем нам что-то редактировать? Ну вы же это будете снимать так, как вам это удобно. Так, как есть. Конечно, а не так, как вам удобно. Удобно. Так, я не понимаю, это как? Это так, как вам удобно. Это ладно, так пусть будет так, это хорошо. Это же ваша сущность, ваша натура. Это мало ребят принял с собой. Да? Да.
А что, нужно было больше или что? Ну, я не знаю, мало. Я тебе скажу, мало. Для меня мало, понимаешь, нет. Послушай, мне непонятно, ты защищаешь их или что? Скажи честно, мне похуй. На них похуй, на них. Ты что, блядь, вот такая прям, не знаю, понимаешь. Ну пришел бы, несколько проблем, решил бы вопрос. Зачем? Какие? Вот так сколько раз к ним приходили? Сколько раз к ним приходили? Кому ты приходил? К ребятам. Пастухов. Ты за Пастухова сейчас говоришь или что? И они вот там шли, молодежь. Вот честно скажу, ты за Пастухова сейчас говоришь? Ну, там такой, самый высокий из них, самый крупный. Ты за него говоришь или за кого? Я тебя не знаю, блядь, его не знаю, его не знаю. Так я и тебя тоже не знаю. Так у тебя почему-то, послушай, я тебе тут не наезжал, не пришел, да к тебе не наезжал, а ты тут пришел и начинаешь что-то расшвыриваться. Офис, да, с телевидения, вот эта камера ебучая, блядь. Ну, не надо этого делать. Да мне, блядь, почему нет, у меня вообще похуй, понимаешь, нет. Да не надо этого делать. Камеру, вот этого не надо делать. Что будет? Разбить камеру. Убери руки. Разбить камеру. Нет. Убери руки. Руки убери. Руки убери. Руки убери. Руки убери. Рука не трогай. Я тебе руками очень трогай. Знаешь почему? Сейчас ты руками тронешь, мы так же будем с тобой дебошить до конца. Я прямо. Да понимаешь, нет? Я тебя загрузу зубами. Понял меня? Я понимаю, что ты за него пришел, знаешь? Я не занял, пришел, пришел. Слушай меня, бабушек. За каких бабушек? Зачем ты мне рассказываешь? Он тебя попросил, нанял, я не знаю, ты говорили. Слушай меня, если сейчас за него будешь биться за него до конца, нахуй. Понял, да? Я тебе посмотрю в глаза. Биться за него до конца, блядь. Скажи, ты хочешь со мной поговорить? Просто объясни. Ой. Успокойся. Девушки все можно. Но прям ты можешь объяснить? Сильно меня ты за Пастухова? Ты в курсе, чем здесь занимается вообще эта организация? Да я не в курсе, кто чем занимается, мне это не надо, понимаешь? Чтобы объясни, пришел бы они с бабушками, нормально решили вопрос. В чем вопрос, я не знаю. Сколько раз зачем сюда приходили решить снимать вопрос? Вот скажи, вот сейчас мужчина пришел, 60 тысяч отдал. Скажи, пожалуйста, ни за что. Вот вопрос как-то вы решился его? Ну ты взял бы этот вопрос и решил. Кто? Я? Я вопрос решил? Нет, я случайно наткнулась на вас, не заметила вас. Можете еще раз. Не заметила. Вопрос. Я вам разрешаю. Не заметила. Вопрос, скажи, вопрос, почему его не решили тогда? Когда? И каким образом вы имеете к этому отношение? К кому отношение? Ну я вот к этой организации. К этой организации. Если там того человека ты знаешь, кого ты знаешь, ну ты решил бы с ним вопрос, не знаю. Ты... Так если, подожди, если вопрос не решается. Если реально, ты вообще решал вопрос, нет? Конечно. Сколько раз с ним ходили? С какими именно? С кем ты пришел? Так там уголовные дела возбуждены. Ты в курсе? Они же просто так не возбуждаются. Ну, позовем полицию. Вот. Они же так, мы ждем полицию. Я потому что тебе не верю, честно. Да, полицию. Сейчас полиция приедет, уголовные дела уже возбуждены. Да ты успокойся, ты тоже успокойся. Я спокойно стою, дождемся полиции и решим вопрос. Мы ее ждем, стоим. Алло? А эти маски? Никто никого не бил, никто ничего не делал. Ребят, я тебе честно. Я хочу, чтобы меня тут все знали. Я пришел, помог бабушке и ушел домой. Только меня никто ничего не знал. Если такой хороший человек, я достиг, такой чтобы хороший люди человек, знали, понимаешь? Нет. Мне не нужна слава, не нужна ничего. Люди, те здесь собрались, которые... Мы сюда пришли не драться, не биться, ни с кем не валяться. Вы защищаете, является да человеком... Да глубоко вообще, понимаешь? Да, поэтому я еще раз говорю, к нему приходили хорошо, я приходила. Хорошо поговорить, Татьяна меня зовут. Татьяна, ты очень прекрасно, красивая девушка. Спасибо. Дай Бог тебе здоровья, твоей семьи. Послушайте, Пастухов тот человек, который не просто обманывает, а людей, понимаете, людей оставляет без денег, без еды, так без лекарств. Давайте решим вопрос. Полиция, да, дождемся, решим давайте, вопрос. Давайте решим. Так давайте для этого мы вызвали. Я-то не против, просто не понимаю. Как вас зовут? Как вас зовут? А? Как вас зовут? Адель. Адель, послушайте, его никто не собирался трогать. С ним хотели Татьяна, поговорить первый раз. Татьяна, я тебя понял, я с тобой не спорю, знаешь. До я этого. Я с тобой спорить не буду. Три раза мы хотели все поговорить. Знаете, знаешь, что он говорил? Алло. Знаешь, суть что? Вон отсюда. Знаешь, суть что? В чем? Я не понимаю, почему, вот что меня задело, люди стоят в масках. Люди а зачем? Нам 90 на базаре. Пандемия, они в таких масках. Послушай, вот я тоже в маске, ты тоже в маске, все мы в масках. Слушайте, давайте спокойно. Давайте спокойно. Хорошо, давайте спокойно. Я прикажу людям в масках, понимаешь? Я говорю, покажи лицо, чтобы тебя лицо знал. Он тебе может отойти и показать, никаких проблем. Без проблем. Да дело в том, что пойми, я тоже в маске, но это что теперь знать? Ты в маске. Ну сейчас же какая тема? А зачем вы меня снимаете, объясните? Снимайте на здоровье. Вы снимаете, а вы что делаете? Ребятам пиар этот не нужен, понимаешь? Им не нужен пиар.
пиар этот. Поэтому, если нужно, он с тобой выйдет и пообщается, все нормально. Никто ни от кого не скрывается. Просто вся проблема в том, что вы почему-то за них заступаетесь. У вас есть интерес какой-то с ними, нет? Адель, давайте дождемся полиции, пожалуйста. Ты про кого вообще говоришь? Так все, вот все, кто здесь работает. Я же тебе объясню, я что пришел. Мне не нравятся вот эти люди в маске. Снимите маски, просто нет. Понимаешь, нет. Ты просто как кто пришел? А? Посетитель? Как гость. Как гость. Так. Но ты как кому-то гость. Из ребят пришел в гости. Что ты такой человек? Но я интересуюсь, почему-то, что ты не просто так же здесь появился. У меня Сергей Семеев, телекомпания «Россия». Извиняюсь. Прямой эфир. Сергей. Вы ударили по нашей камере, на каком основании? Сергей, я извиняюсь, конечно, да. Вы болеете? Что с вами? Да, что? Мне блеснули в глаза баллончики. Могли бы заснять его? Снимите, пожалуйста. Мы все засняли. Да? Мне брызнули в глаза баллончик. Извините, пожалуйста, я вас опасаюсь, вы походу болеете, не знаю, что у вас с глазами, с лицом, не знаю. Я вам объясняю, что кто вы и на каком основании вы ударили нашу камеру. Туда, вот туда, пройдите. Зайдем. Как вас зовут? Меня Сергей зовут. Выходите, пожалуйста, ты походу болеешь. Да, из-за вас. Я вас ударил? Да. Вы ударили мою камеру вот эту. Я вас ударил или камеру ударил? Камеру. Просто отрепись, пожалуйста, хорошо? Что нам в инспекцию идти? Полиция приехала? Да, дальше будем разбираться, полиция приехала. Да, будьте добры, далеко не уходите, потому что ребят, вы оставляете на вас иск, да, я вам пройди, попробуй. Ребят, берегите свои нервы, нервы не мечтают. Что ж вы так переживаете, я не совсем понимаю. Потому что вы обеличиваете людей, ты конкретно здесь работаешь. И ты конкретно, мне с тобой на вы, ты сопляк по сравнению со мной, чтобы с тобой на вы разговаривать. Ну как ты себя ведешь, ты меньше меня по развитию. Я еще не так себя могу вести. Как только камера выключится. Отдыхай, камера. Ты сейчас отдохнешь. Я добьюсь, чтобы вас всех посадили. Конечно. Тебя в первую очередь с Пастуховым в одну камеру. В одну? Да. Скажите, а вы так не переживайте, потому что у вас завязки с местными органами управления. Я извиняюсь, ребят. Ты под чем? Ты что такую ерунду несешь? Я под перцовым баллончиком сейчас. Да. Может, что-то более сын тебя повлиял. Да. Ты нормально просто давай. Машина полиции. Конечно. Ой, скорая приехала, глаза тебе под засадку. Одесская, а что ты вообще говоришь? Я не понимаю, почему вы, если вы простой скажи, человек, причастны сейчас к моей работе. Моей работе. Да, я знаю, как. Я сидела в комнате. Пусть так, пожалуйста. Ребят, я спокойно, как удар. Тоже будь спокойно. Ты делаешь свою работу. Ну, я ты первым, насколько вы были спокойны. Да я с тобой не спорю. Еще раз, ребят, ну что с вами, не знаю, да, все не летели. Еще вопросы есть? Конечно, есть. Как вы зовут? Меня Вадим. Вадим, вопрос есть? У нас к тебе вопросов много, на самом деле. Я сказал же, Адель. Как? Адель. Адель? Смотрите, сидите. Полиция идет, давайте. Так, документы. Здравствуйте, вас что-то маловато. У нас нападение на журналистов. Сотрудник полиции, сотрудник полиции, сотрудник полиции, послушайте внимательно. Значит, смотрите, какой расклад. Здесь, во-первых, возбуждено уголовное дело по ООО «Авилон». Они ранее находились на Алексеевской, 18, Среднемосковская, 6А. Да, значит, да, знаете, он компетентный известно. Человек. Поэтому он я вам так скажу. Так более того, вызывайте следственную оперативную группу, всех компетентных суда сотрудников, потому что здесь необходимо будет изымать документацию, опрашивать всех, устанавливать личность, опрашивать всех участников, которые здесь есть. Они все находятся в кабинетах. Каждый нужно установить. Все те же лица, которые ранее были по тем же самым адресам Среднемосковской, 6А. Есть, они все здесь. Есть. И здесь есть. Значит, более того, было нападение на журналиста. Значит, вот конкретно. На... И второй момент. Было нападение на второго журналиста. Оборудование повреждено. Нет, журналист. Нет. Журналист вот оба. На чем мы заработали? Нападение было каким образом? Да. Что они сделали? А вы нам сейчас все расскажете. Баллончик перцовый в глаза. Ну, видите, я не знаю, перцовый, газ, я не разбираюсь. Газовый, это был поэтому газовый. Вы лучше сообщить поддержку, меня... потому что сами видите, здесь неспокойно. Доложите. Вот этот вот молодой человек, вот этот, он ударил камеру по всему. На, Сереж. Сейчас, секунду. Я все ситуации все, давайте послушаем сотрудников полиции. Да, сейчас они все доложат и придут. Вот пришли. Давай, держу. И потом уже будем принимать решение. Установите все личности, они сбегают, да, там сейчас вам они... же оделось. Дорогие друзья,
Не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. Вы провоцируете. Я вижу, как у вас диалог. Вы очень красиво начитали. Послушайте. Вы уроки очень я хорошо прошли. Я хотя бы читала. Пожалуйста, не подходите ко мне, ради я бога. Я хотя бы читала. Я боюсь. Послушайте, если камеру включал, то поверни себя. Ее в ту сторону. Я да. боюсь себя. Я боюсь пожалуйста, себя. Я боюсь. Вот, я от вас отхожу. А вас кто здесь держит? Меня? Я хочу понять, почему здесь вот происходит вот с этим человеком вот это незаконное действие, которое я знаю. А что незаконного? А что законов ее? Кто? Вот вы журналист. Мое одно появление уже незаконное. Органы, правильно? У вас, как у журналиста, есть аккредитация? Конечно. Вот. А он кто, объясните? Ваш а должна коллега? Быть аккредитация какая-то? То есть он законно здесь находится? Конечно, а почему нет? А может, надо как-то подтвердить? А зачем? Зачем я почему обязан подтверждать? Что хорошо, нарушается? Вы понимаете, что вы несусветную ересь говорите? Здесь люди были в масках, где они? Куда люди в масках делись? Где? Куда люди в масках делись? Нету никого. Вы же видели или нет? Вы не можете это признать? Кого? Что вы здесь видели людей так в масках? Так это плохо, что ли? Что нарушается? Тань. Вы были в маске? Если вы были в маске, тогда как вас попали баллончиком? Лицо у вас в этом? Вот представляете, что попали. Аж через него даже? Прям в глаза попали, конечно. Просто я удивлен, честно. Вы интересно, куда ну, у нас все просто зафиксировано, вы потом увидите все. Да, ради бога, я же не против. Я за. Вы сможете увидеть я все, что произошло. Я за, чтобы все в рамках вот именно было закона. Ну вот если вы как журналист, вы уже сказали, что вы государственный, правильно? У вас аккредитация, все как полагается есть. А у вас так. Есть аккредитация? А мне не нужно, все законно. Все, я понял, вы как всегда все законно. Да, так и есть. Ну что там? Сейчас подъедет руководитель наш, замначальника отдела. Будет дальнейшее все мероприятие, будем с ним выяснять, потому что мы доложили, как бы ситуация серьезная, чтобы не... Я вам сразу скажу, как в тот раз, обеспечьте по-любому Росгвардии поддержку, потому что могут приехать и разные люди, разные личности. Уже было в тот раз, поэтому для вашей же безопасности, безопасности общественной сейчас обязательно организуйте. Да, вот начальник, замначальника приедет, была выслана сюда следственно-оперативная группа. То есть мы сейчас ждем, пока... Я понял, ну отлично. Не будем самостоятельно каких-то там решений хорошо. Принимать. Сейчас руководство разберется, даст указания, мы будем все исполнять дальше. Хорошо. Вы как, наверх подниметесь для обеспечения безопасности и общественного порядка? Если потребуется, необходимо сейчас именно, мы можем сейчас подняться. Лучше подняться. То есть там, да, я думаю, просто накалено все. На них... Накалено, сейчас не дай бог что случится. Я думаю, не исключено со стороны той стороны я какие-то знаю, противоправные действия. Оператора. Вот мужчина сидел сейчас, уезжает, это ваш оператор, так. Я знаю. Да, все еще верно. Еще мужчина, вот... Который телевидение, да, телевидение. А там телевидение какое? Телеканал «Россия», прямой эфир «Малахов». Так что все серьезно. Пока два пострадавших, да? Да. Трое вообще. Пострадавших тут-то полтысячи. Нет, я имею в виду по телесным, это я знаю. По телесникам, да. Мы тоже следим как бы за этой ситуацией, за этой фирмой. А что толку? Не особо. В том-то и дело, что... Вот полгода и тишина. Полгода между вот одной облавой и второй утро. Облавой. Доброе. Погнали тогда. Туда. Они все там, да. Да. Не написали. Нет, да сейчас смысла. Вот он угрожал. Я свидетель. Смотрите, значит, сейчас они там находятся все. Я думаю, наверное, может, подождите подкрепление пока. Да. Сейчас подождем подкрепление. Вы что, с ума не сходите? Пока подожди, не надо туда идти. Сейчас приедут сотрудники все. Оперативная группа. Слушайте, они не попрыгали там с окон? Половина попрыгали. Послушай, если они попрыгают, они ноги поломают. Это, я думаю... А как они бежали? Что, реально? Да. Четыре девушки и парень, они уехали на машине. Серега снимал до конца. Все сняли, да? А Пастухова там не было? Дело в том, что когда мы заходили, на камере есть личности, которых можно установить. И они все известны полиции, понимаете? Сюжет об этом. Отойди. Да, отойди. Сюда отойди. Давай, отойди. Может, в офис сразу же? Нет, я-то номерок запомню, не переживайте. Потом мы пробьем, куда вас каждого довезли. Ну что, до скорой встречи! Они проблемы. Надо полиция, не
нам известно, да, нас обманывали, они же. Мы бы хотели заявление написать, потому что люди не совсем адекватно ведут. Как неадекватно? Вы нас облили баллончиком, что мы сделали? Это Пастухов. Пастухов, да. А с вами как неадекватно? У нас с вами конструктивный диалог был. Я вам только что в данном случае объяснил, что по всем заявлениям вопрос нет, в течение там максимум недели будет. Вы говорите, если написали заявление, деньги бы вернули. А сколько раз писали люди? Да, сколько раз писали уже? Прошу прощения, я про другие компании ничего не могу пояснить, потому что не... Да подожди. Вот. О, бюро юридических услуг, Авилон. Ну, заявление я не рассматриваю. Да он-то тут... Подожди. Скажи, вот ты здесь руководителем являешься или Пастухов? Пастухов также? Я являюсь представителем по доверенности организации. Я понял. Отлично. Все, с тобой на тему финансового характера, возврата там денег, с тобой нет смысла разговаривать, правильно я понимаю? Вот. Пусть люди, которые заключали здесь данное соглашение, данная организация... Это должен сказать Пастухов. Подожди. Я не знаю, про какого Пастухова вы с вами говорите. Что вы говорите? Пошлите, что вы там откроете? Тот, кто брызнул баллончиком нам всем. Кто в полицию позвонил? Я звонила. Кто будет писать заявление? Я буду писать. Мы все будем писать. Все, хорошо. Да, и по поводу ущерба. Заместитель начальника отдела полиции номер 5, подполковник полиции Зинченко Михаил Вячеславович. Приятно собеседовать, вместе корреспондент нового эфира. Давайте пройдем, напишем заявление. Пройдемте, да. Будем коллективно, давайте коллективно писать заявление. Да, сейчас все будет опрашивать заявление. Пройдемте. Я не вижу, где Алена. А вот. Позвольте пройти. Сейчас я вижу. Мы сейчас уйдем. Я переживаю, что... Здесь можно будет все расположиться. На этих людей заведена уголовная дела. Давайте мы сейчас разберемся с тем заявлением, которое поступило на данный момент. Правильно? По поводу причинения такого телесных повреждений, результате конфликта. А потом, соответственно, напишите заявление. Уважаемые полицейские, хорошо? Вас сейчас связали с Серовым, что вы тесть. Серова. Это кто сказал? Вы, оказывается, мой тесть. Я просто не в курсе. Я напишу заявление о клевете. Клевету напишем все. Кабинет есть. Да, пройдем. Я же говорю, все тут толпится, пройдем. Да. Сотрудник идет. Без запроса по очереди. Будете меняться. Пройдемте. Пройдемте. Вот вам человек снимает. На чем мы зарабатываем? Ну, Михаил Вячеславович, сам здесь оставаться. Один, со мной, один здесь. Пусть все, ладно, успокойся. Присядь, вон, отдохни. Рассказывает он, что на чем зарабатывает. Ты и так все так прекрасно. Да потому что... Все. Не могу, аж сил нет. Смотри, получается, ты обязательно, сейчас сотрудники полиции в порядке очереди, потом заявление, все как полагается. Поняла? Так, не забудь. Так, у меня с договором есть. Да ничего не надо, ФСАГС, потом приобщишь договор к материалам, когда дополнительно будут опрашивать. Окей. Это все. Внутри горит. Давай, у меня все горит внутри просто. Да у него самого горит. Просто везде. Но у тебя глазки нормальные все? Глаза нормальные. Глаза нормальные. Самое главное, да. И они же вот их закрыли там, они открыли там и продолжают эти же люди этим же заниматься. Да все они там знают. Все знают. Да. Все знают и все молчат. Саш, перезвоню. Вот, дай мне допинать человека, перезвоню. А, все хорошо. Надо как-то принять меры. Все хорошо. Приехала полиция, приехала скорая, все замечательно. Все, давай потом расскажу. Под разными начальниками, ну, директорами. Да, а то мы сами уже тут ворон держали, говорят, 5 человек сбежало. 5 человек сбежало, 4 девушки сбежало. А у тебя видео есть? Да. Покажи. Они на такси сели по самому выходу. А с окна прям прыгали? Нет, уже видел, как они выходили. Не, а как с окна прыгали, не было? С первого этажа, девушки. С первого с окна, с первого этажа? Да, с окна. А у тебя есть видео, как они выходили? Это охренеть можно. Ну вот разве порядочный, как говорится, юрист будет вообще порядочный человек с окна выходить?
тоже вот на Вадима наезжали. Не, ну мы встретились. Да ладно, мы нормально. Ребята, все, мы нормально встретились, все пообщались. Нормально, тоже спортсмены, тоже, понимаешь, то, я тебе скажу, знаю, тоже очень серьезные спортсмены. Мы встретились, потом отдельно поговорили. Ребята признали, что они неправы и вот эту в тему впряглись. Потому что, знаешь, что там вообще ввели в заблуждение? Что мы какую-то беременную удерживаем туда-сюда. Потом ребята объяснились, как бы, что ну зря они туда вообще влезли. Вот это неправильная позиция, что братья вообще на пустом месте, мы не знакомы друг друга люди, а тут такие вот эти трения возникают. За это их вообще прибить надо, за то, что они врут и вот вызывают людей. В тот раз тоже говорю, приехали и в драку все на свете кидались. Что вас это такое? Тоже, да, хотели сегодня? Нас же обманули. Да. Вот женщина сказали, давай гараж продавай. Что, ей сказали? Да, да, да. Она... Деньги принесла. Вот, сегодня вот, смотрите, деньги принесли. Идите домой, бабу, с деньгами. Не успели облапошить. Это самые пенсионеры, как люди, которые не могут разобраться сами вот, в чем-то. Вот, молодежь, что она взять. Быстро соображает. Говорю, давайте поедем с вами в ломбард и сдадите золото. А до этого какую сумму отдали? Вы же приносили деньги. Ну, я мало приносила. Тут одного не обманули на 60 тысяч. 2000. Пришел за деньгами, понял, что обманули. Я честно, вот не смотрю вот эту фигню, знаешь почему? Потому что 20-й год, в мире много чего происходит, да, знаешь, намного... Правильно, не надо, ну что вы говорите? Я честно, YouTube не смотрю, у меня нигде нету. То есть вы считаете, 2020 год, не надо обращать внимание на то, что происходит сейчас? Я говорю, что я на это не видел. Вы не видели просто, и все. Но на это надо обращать внимание, когда людей обелечивают, да? А обманывают они кого? Они обманут. Вот я мать ребенка инвалида. Обманули женщину, у которой убили ребенка. Понимаете? Да. В одной организации на 40 тысяч нагрели, она пришла к ним, пожалуйста, на них, и они ее на 40 тысяч нагрели. Как? Я считаю, надо всех вызвать, все проверить. Это твари. Это твари, без мозга твари. Без сердечки. Так уже уголовные дела возбуждены. Уже два возбуждено уголовных дел. На организацию бюро юридических услуг, где везде фигурируют поступки. Да более того, на это ООО «Авилон» уже возбуждено уголовное дело. Уже на это. Так самое главное, когда бюро юридических услуг там устроили вот эту всю эпопею, в этот же день возбудили и закрыли. А здесь возбудили уголовное дело, пока никто сюда не пришел, все нормально работают. Куда смотрит прокуратура, куда смотрят сотрудники полиции, неизвестно. Ну потом возбудили все-таки. А до этого все время отказы были. Нет, ну просто это кошмар, поэтому, ну, что говорить, можно конструктивно, Аделя, разговаривать, мы пришли раз конструктивно поговорить, да. Мы пришли два конструктивно поговорить, я а Пастухов себя ведет настолько, я просто в шоке, так себя нельзя вести, понимаете, к людям. Приходит бабушка, как он запугивал, в WhatsApp есть аудио, как он разговаривает с людьми. Я тебе, да ты знаешь, кто ты такой, да я тебя, я не буду это сейчас говорить, мы на камерах, понимаете, перед камерами я такого не скажу, но эти аудиозаписи, они есть. И они переданы в полицию. И так разговаривать нельзя. Если ты мошенник, у тебя хоть какая-то совесть должна быть к старикам. Чуть-чуть. Татьяна, извините, да, конечно. Ален, Ален, иди к сотруднику полиции, сейчас тебя опросят за заявление, примут все дела. Меня муж что-то скрывает, а вы знаете. Расклад просто следующий. Данные ребята уже не впервые занимаются своей деятельностью, мошенничестве в курсе. Так вот, они каждый раз меняют адреса. И этого тоже в курсе. Да, в курсе. Так вот, может быть, вы рассмотрите процессуальные какие-то действия. Мы здесь сначала сейчас оформляем то, пойдем, что первых надо закрывать до суда. Они будут дальше вы промышлять сами, своими делами. Вы сами юрист, вы прекрасно понимаете и знаете процедуры закрытия по 91-й. Да, правильно? Ну вот. Я думаю, здесь как-то, может быть, это все ускорить, это может. Так они дальше будут обманывать, понимаете? Вот они пользуются вот этим процессуальным моментом. Мы принимаем заявление. Правильно. По факту, который сейчас произошел. Угу. Они, соответственно, заявители излагают свои мысли на бумаге. Потом так. Уже, исходя из того, что будет написано, мы будем принимать процессуальное решение. Понял. Но следственную оперативную группу вы вызвали, да? Следственную оперативную группу на месте. Ответственный на месте. Второй ответственный на месте. Супер. Спасибо. Подождите, вы помните? Вы, наверное, сами открыли. Я же говорю, я комментарий увидел. Какой? Там было написано. Вы из разных? Да. Миров, миров. Вот попрошу без скандалов. А мы ничего не делаем сейчас. Не-не-не, они сейчас разговаривают, все нормально. Все успокоились, все хорошо. А мы обязаны сказать, что мы поняли. Спасибо за понимание. Пожалуйста. С вами приятно. Я же вам, Борис, за комментарий. Какой комментарий? Ну давайте один. Один. Один хотя бы. Один.
Ну, вот где вот декларация. Что случилось-то? Да не, да, подожди, нет, все хорошо. У нас свои секреты. Подожди, у нас, ладно, да, мы секретничаем. Вадим, смотри, вот люди нужны с Вавилона. Вот человек и вот женщина. А вы уже какие деньги заплатили? Нет. Вот женщина 2000 заплатила. А вы заплатили? 15, да, Вавилон. Хотят его расторгнуть и решить вопрос возврата денежных средств. Скажите, вы сейчас можете отдать деньги, правильно я понимаю? Я могу принять заявление. Вот сейчас, вот примите у гражданки. Да, вопрос нет. И вы сразу можете отдать деньги? Если есть подтверждение, чек. У вас есть с собой все, да? Я все это буду проверять. Давайте, подходите. Сюда. Точнее, вы можете его просто как бы посадить куда-нибудь? Да. Проходите. Проходите в кабинет тогда. Сейчас женщина пройдет. Да без проблем, пусть проходит. Сейчас только мне надо бумагу найти. Сейчас у нас заявление сразу напишет. Расписка получения денежных средств. Проходите, присаживайтесь, сейчас 2 минутки, я подойду, все решим. Молодой человек, вот, постановые деньги мы отдали. Тоже отдадите 20-ку? Ну, да, сейчас, подойдите. Давайте. По порядку. Давайте, вот сюда, стойте. Ожидайте. 20 тысяч вернут вам. Не, вот здесь посидите, они пока там сейчас разберутся, да, одним. Вы здесь посидите. А у вас с собой договор все с собой, да? А у них же есть копия по-любому, они сейчас могут проверить. Да. Что, они там собрались показательно бабки отдавать? Да. Серьезно? Да. Ну это ж хорошо. А там вот девушка пришла, это тоже? Я как под гипнозом. Девушка, а вы Вавилон, да? Алло. Давай, поднимайся. А вы деньги какие-нибудь платили уже им? Все, еще раз. Наш человек. Здесь работают мошенники юридической организации под названием Вавилон. Раньше они работали на куколке на 11. Алексеевского 17, среди Московской 6А. Да. А вы клиент, я так понимаю, да? Вы клиент? Я одна из пострадавших, которая подарила им 21 тысячу рублей. Я 22. Сотни пострадавших. А как давно вы с ними заключили договор? Как давно заключили с ними договор? Наверное, недели 3 назад. А еще никаких действий не было по вам? Прям нет еще. Нет еще. А и не будет. И не будет. Не рассчитывайте. Вы лучше, вы, наверное, пришли расторгать договор? Еще 15 торговый договор. Доплатить? Да. 19 тысяч доплатить. А сколько заплатили первый раз? 1000 пока. А, 1000? Хотя бы 1000 верните свою, поверьте нашему слову. Все, не верните 1000, пока есть возможность. Вот сейчас женщину-то обошла. Да, они возвращают потихоньку. Как мы вовремя, да? Ой, блин, и смех, и грех. Вы клиенты, вы уже заплатили что-нибудь? Вот, а сколько заплатили? К женщине ближе. Сколько? В общей сумме 80 тысяч. Да 80 тысяч? Господи Иисусе. Вы хотите деньги вернуть, я так понял, пришли, да? Естественно. Ну тогда проходите сюда. Проходите 80 тысяч. Да, в заявление, смотрите, здесь царь политик, сейчас заявление писать. Ну и если вам отдадут деньги, это будет счастье. Вот сейчас вот сюда, вот женщина, вот за ней тогда будете, садитесь, ожидайте. Таких пострадавших, как вы, огромное количество. Можно задать вопрос? Скажите, вам сейчас сколько денег отдали? Ну, мне 2000. 2000 вы предоплату делали, да. Вам сейчас их вернули. Да, вы заявление в полицию будете писать или ничего не будете? Ну, я не знаю, как писать. Или... Ну, хотите, скажите, вот вы хотели бы, чтобы данная организация, данные жулики не работали? Организация работала. Чтобы работали? Тихо. Дим, скажите. Чтобы не работали. Ну, они просто по-другому не могут. Честно, они не могут вести бизнес. Они только собирают деньги и все. Мы здесь пострадавшие все. Только по-другому организация называлась. А все эти люди, которые... Они на разных адресах все время путешествуют. Возбуждаются уголовные дела. Сизанцев, Билан, Пастухов. Как их прижали сейчас, они испугались, аж даже деньги начали возвращать, представляешь? Я тебе говорю, вообще, да. Сизанцев вот так спрятал, да. Может, нам вернуть, вот так, я говорю, выходи, там нам тоже верните наши. Да. Ты все там закончила? Я закончила, слушай, а спрашиваю, знаешь, что на медсудэкспертизу по поводу баллончика, потому что они... Тебе нужно? Ну, я думаю, нет, наверное. Да, ну, смысл там это все, время сейчас тратить. Да. Да. А у них там, да. Этот договор у тебя с собой нет. Это по времени долго, если договор нужен будет? Если ехать? Да. Нет, северный. Я просто думаю, может, пока туда-сюда, может, есть за договором. Знаешь, как лучше сначала спросим, вот, поинтересуешься у него, отдаст он бабки или нет, если договор сейчас привезу. Сколько там сумма у тебя? 40. Вот давай сейчас зайдем, заходи туда, сейчас поинтересуемся. Договор нужно привозить или нет? По ООО «Авилон». Нужно ли привозить договор с собой? Вообще, да, ну как, куда я попаду?
попаду сейчас тут все это. Понял, но если она привезет, у нее 40 тысяч, вы вернете ей сразу, да? Ей нужны чеки. Да, это она все привезет. В оригинале. Вы 40 тысяч вернете ей, правильно? Чтобы она не зря ездила. Да, да, да. Хорошо. Нет, допустим, реально, а как вы вернете? Наличка дадите? Да наличка, я сейчас отдам расписку, мне распишите, расторжение подпишем с вами. Все, без проблем. Все. По Авилону, правильно? Езжай, да. По Авилону, да, да, да. Все, приезжайте, вопросов нет. Все, я вот это... Все, хорошо, мы ждем... Я просто маленький ребенок дома, я знаю, понимаю, я вам еще раз говорю. Все, езжай за этим, больше мы разговариваем, езжай. Вадим Юрьевич, вопрос у женщины к вам. А, да. А ушки? Денежные средства. А, девушку? Пишется. Конечно. Ну, я понял. Вадим. Тише. Вадим. Хорошо, то завтра. Все. Я понимаю, но тогда... Ну несись, давай. Давай, несись, несись. Зашли, нет. Смотри, вот у людей здесь вопрос к тебе. А у них получается, что 80 тысяч в совокупности они отдали. Часть работы была проделана, документы отдали в суд, передали. А они заплатили за экспертизу и за адвоката, которого так и не предоставили. Да. Что делать? И плюс, как нам еще документы свои... Расторгать с ними договор и уже договариваться, какую сумму они вам вернут. В том объеме, в котором они вам, если уже оказали какие-то услуги. Ну да, составление нормативной базы. Вас устраивает то, что они сделали? Суд это устраивает? Они исковое заявление какое-то готовили? Да. Исковое заявление не возвращалось судом? Ну, у нас должен был суд состояться. Почему не состоялся? 12 октября, потому что вот никто не явился. А исковое заявление, вы знакомились с этим исковым заявлением? Потому конечно, что да. И оно в соответствии да, сделано? Да, да. Угу. Я думаю, что как бы я не... А за что вы уплачивали деньги? Составление нормативной базы, раз, угу. Я бы на вашем месте настаивал бы на полном возвращении денежных средств, я так скажу. И как нам еще вернуть, мы доверенность еще оставили, привезли на предоставление адвоката. Вам доверенность вы хотите забрать у них? Еще и доверенность. Ну, сумму потраченную доверенность вы имеете в виду, или что? Нет, или саму доверенность? Саму доверенность. Саму доверенность они вам обязаны передать, если вы требуете. Угу. Вот и все. Так что... Сейчас все потихонечку. Тут заявление принимают. Видите, как они начали надо, еще... Надо уже, чтобы приняли. Там второго ждали. А, вы если... Пойдемте тогда туда. Смотрите, вот сейчас тогда как опрос... Вы тут сейчас оформляете, заявление принимаете, да? Вот потом тогда после нее вы тогда к ней пойдете. А потом к ним, туда точнее. Подойти к вам. Да, все верно. Ага. Вот, Леха, давай, подходи к камере. Тебе опять попало, да, как в тот раз? Ты был в первых рядах. Да, покажи глазки, свои глазки покажи, да. Ты опять туда же, все туда же, а? Да, все. Первую очередь. На, снимай теперь все, шарманку. Да, наверное, да. Меня сзади кто-то, по-моему, подтолкнул. Ему везет, это уже второй раз такая херня. Ну да. Я поддержу позицию вашу. Ну, это хорошо. Дай Бог вам сила. Ой, чек скинул. Отлично. А где твои ребята? А? Где твои ребята? В здании здесь побывали до приезда сотрудников полиции. Ушли. Ушли, да? Неравнодушные граждане, конечно. Ребята, молодцы. Да. А чек чему-то поможет? Он чек выбил на 5000. Да, это хорошо, что выбил. У вас какую сумму вы отдали вообще? 5000 предоплату? Да. Ну, вам 5000, наверное, значит. Просто я тут подошел это, к этим юристам, там у них я начал с ними возиться, тоже заплатил деньги, но у меня по пенсии вопрос. Но обратился потом в пенсионный фонд, я понял, что это все туфта, тоже меня раскрутили и на деньги кинули. А сколько здесь отдали? 21. Обалдеть. Ну вот вы сейчас тогда заявление будете писать, что вернуть денежку. Да. Ну вот у меня есть с ними договор, чек договор прикольный. И гарантийное письмо, что в случае чего они возвращают деньги. Да. Ну они всем такое пишут, так что ну, понятно, типа для солидности, да? Да, да, да. Чтобы вы поверили. Легче было деньгами расстаться. Ну да. А сейчас ждем чего? Ну, вы конкретно ждете для того, чтобы получить деньги. Сказали, что деньги будут возвращать. Вот здесь как раз образовалась очередь. А, возвращать? Там ну, что-то да. Писать нужно, да? Это заявление на расторжение. Ну, у меня проблема. Рука поломана, правая. Сам писать не могу. Ну, я думаю, вам поможет
в этом плане? Вы же до этого как-то подписывали? Ну, что, правильно? За меня писали. Соответственно, так же вы все сделали. Я думаю, проблем здесь не будет. Открывать дверь-то он собирается? Там процессуальные действия. Слушай, это нападавший там, где он вообще сам? Ну там, слева, в том же кабинете. Mm. Где будет? Задыхается, я был очень в кабинете. Хорошо, точнее, в этом коридоре. Рассчитались. А сейчас полпатом сейчас решаем. Так, ты все написала, там все нормально, не знаю документы. Ну иди присаживайся. Тебе надо к этому, к Антону Владимировичу. Но он пока еще, не там. Там деньги раздают. Ой, здесь деньги раздают? А то уже мне вернут твои огромные. Сейчас девчонки приедут, которые здесь уже в пути. Я думаю, те граждане, которые пришли, сразу же вас не разберетесь, вы и... А на оператора нападавшего когда спрашивают? Человек, напавшего на оператора, когда будто опрашивают? Мы все, которые там есть, все опрашиваем. Да. Вот он настоящий. Не переживай. Так. Вернули денежки? Да. Сколько да. вернули? Сколько? Сколько заплатили, столько и вернули. 80 тысяч. 80 тысяч вернули? Да. Вот ну, это поворот. Да можно нам спасибо не говорить? Поздравляем вас. Реально, 80 тысяч вернули. Это охренеть можно. Красавцы. За что же они взяли такие деньги? Слушай, 80 тысяч вернули. Ну, это просто уважуха. Все-таки не все потеряно у этих мошенников, да? Чем ты так говоришь? Не потеряно. Годами люди ждут свои 80, 60, 40 и 40. Ну, надо возвращать всем. Ну, знаешь, одно приятно, что хотя бы те люди, которые сейчас здесь находятся, получат свои деньги. Здравствуйте. Мама не удержала. А вы у нас адвокат чей? Их. Ух ты. Их адвокат? Да. Что там жареным запахло? Да, они, наверное, чувствуют. А вы вообще в курсе, чем занимались эти ребята? Разберемся. А чей адвокат именно? Нет, я сказал, Пастухова? И Пастухова в том числе. А, то есть каждого из них, кто там нахуй, я понял. Ну, у них право на защиту Соловьёв. Есть. Конечно. Да, хоть они и занимаются такими делами, но есть. Право пользуются, да. Я приехал делать свою работу. Я понимаю. А скажите, ранее их представляли интересы, когда их защищали? Первый раз. Впервые, да? А как они вас нашли? Вы смотрите, не продешевите. Вы знаете, сколько там Вы папа? С ними работаете, сотрудничаете? Показываете, как... Сейчас приехал представлять я их интерес. Я понял. А ранее вы, они пользовались вашими услугами? Ранее не моими услугами не пользовались. Не пользовались. И их клиенты не пользовались вашими услугами, да? Насколько я знаю, нет. Сын, ломите, побольше. Ну, то есть вы не уверены? Подождите, вы не уверены, что пользовались вашими услугами их клиенты? Как вы с ним вообще мне вопрос задаете, приходите? Не, просто я интересую, вы можете не отвечать. Вы же прекрасно понимаете, вы же адвокат. Адвокатская тайна. Понял, все. Вопросы в отпали. Да, конечно. Оп, извиняюсь. А сейчас, получается, они всем потерпевшим, в том числе, которые с нами пришли, да? Они выплачивают тех, кто с нами пришел по ООО «Авилон». То есть те, которые вот именно от этой организации пострадали. Mm-hmm. Вот одним уже 8 тысяч отдали. Сейчас еще там 2-3 тысячи, 20 тысяч. Сколько человек уже так вернули свои деньги? Ну, сколько? Кто наблюдал? Человека 2 уже, наверное, точно получили. 2 человека получили уже деньги, да. И вот еще вот ждут. А вы, я так понимаю, вы только пришли дополнительно какие-то принести? Нет, я уже полтора месяца назад отдала 22 тысячи. Но вы не знали, вы пришли просто с улицы. Случайно. Да, только вот пришли сюда. Не назначили. И все, и за полтора месяца они что-то сделали, работу какую-то? Ну, написали письма, но только то, что мне требовалось, чтобы они сделали. По факту ничего не сделано. Все как обычно. За 22 тысячи. И вы пришли вернуть деньги? Я им наяривала уже 2 недели, то заболели, то отсутствуют, то телефон не работал, то цифру перепутали. А сейчас все вместе здесь, да? Да. Я говорю, я хочу с вами тогда встретиться, чтобы мы уже как-то пришли к какому-то итогу. Да, да. Она говорит, ну хорошо, приходите завтра к 2 часам. Вот я и пришла к 2 часам.
Знаешь, зачем он туда ходит? За деньгами. Красавчик. Ну, ты все знаешь. Да. Видно, там целый клондайк. Я включил. И расписку на ту сумму, которую, соответственно, вы будете возвращать. Которая у вас идет по чекам. Образец есть какой-нибудь? Сейчас. Мы понимали, как что писать, что все правильно. Заявления будут принимать, они сейчас... Правильно я понимаю, что сейчас вам будут возвращать деньги? Женщине будут возвращать. Какую сумму? 22 тысячи, да? Есть чек, есть. А можете показать просто документы, да, какие-то? Лишнюю информацию вы не переживайте, мы уберем. Лично. Я постараюсь найти. Давайте-ка мы с одного расскажем, там же потом будет... Так вот, на 22 тысячи у вас договор был заключен, да, 13 сентября. То есть практически два месяца уже, да, никаких действий не проводили. Письма написали, ответы... Ну, в общем, получила... Зачем это мне надо было, я вообще не знаю, 22 тысячи. Ничего. Вот, письма, все. Пришли то, что мне не надо. Прошу вернуть денежный стол в размере таком-то. Ну, я думаю, расшифровываю. Расписка. Если это что-то непонятно, то лучше пока не пишите, потом там напишите. Расписка. Я, фамилия, что ваши паспортные данные, денежные средства в таком-то размере, вот Вавилон получил, в связи с расторжением договора номер такого-такого-то. Ниже, соответственно, вот эта штука, я думаю, надо написать уже после того, как деньги получили. Ну, так вы ее подписывать будете после того, как вы деньги. Вы ее заполните сейчас, можете. А почему вы сейчас деньги возвращаете? Вы мне а там листы можно, на чем писать-то? Если бы они раньше приходили с заявлением, никаких вопросов бы не было. И вот этого цирка не нужно. Нет, понятно. Имеется в виду, ну, не выполнили ваши юристы обещанную работу? Имеется в виду, люди, в принципе, не обращались с заявлением под возврат. То бишь, ну, они с какой-то причиной хотят вернуть деньги. Работы не было заполнено. Я же не знаю, почему они хотят вернуть деньги. Мы не спрашиваем. К сожалению, немного нет времени заниматься. Видите, какой народ достаточно. Ну, не знаю. Я две недели, то забыли, то нет, то телефончик ваш там включается. Еще бумажку вам дать. Девочки, сейчас бомбанет. Слышишь, нет времени выяснять, почему. Просто возвращать деньги. В итоге все женщины будут писать заявление на возврат денежных средств. Причину, по какой просят вернуть денежные средства пострадавшие люди, юристы, работники этой компании пока не поясняют. Сейчас здесь в отдельных кабинетах берут объяснения в плане потерпевших, нападавших. Пока нас не пускают, вот пойдемте в кабинеты, где находятся нападавшие. Вот. Нападавшие находятся в отдельном помещении с сотрудниками полиции. Что там происходит, к сожалению, пока мы не знаем. Будем в дальнейшем запрашивать пояснения в пресс-службу МВД. Скажите, вам деньги вернули? Вернули. Сколько денег вернули? 35 тысяч вернули. Да. Все, спасибо. А кому сколько брали? Я уже сказала. Кому? Я не знаю. Ему. А ему? Я понял. Все, нам этого достаточно. Нет, все деньги вернули. 35 тысяч. Да, все вернули. Так заявление все написали. По этим людям, которые они возвращают деньги, у них проблемы не будет. Но есть сотни других пострадавших. У них при любых обстоятельствах будет ответственность. Просто конкретно вот эти люди, да, они урегулировали с ними спор. Я не знаю. Да, нам не вернули. Полтора года назад. Вот. В июле того года. Нету ли? Нету. А он же вышел. Он за деньгами пошел, походу. Да. Антон Владимирович, правильно? Хотел уточнить. Скажите, вот те, кто... Я одну секунду. Беру юридических услуг, те, кто... Они выплачивать никто не будете, да? Мы не имеем отношения. Понял. Только те, кто Авилон. Правильно я понял? Ага, я понял. А вот по тем, кто выплачивает, будет не в курсе? То организация была, к организации отправили обращение. Вы не работали там, да? Я представлял интерес. Нет, не работали. Работали. Но вы там были, просто вот вас узнать. Если я представлял интерес. Если я представлял интерес. Я понял. То есть вы не работник там были? Если человек, думаю, грамотный, должен понимать, в чем различие работы и представление интереса. Ну, юридические термины разные, да? Да, ну, дело соответственно, претензии термин. Мы, если он был бы работник, ну и то в этом случае мы не могли бы даже... Ну, имейте в виду, вы неофициально оформлены были, да?
Нет, я вообще не представлял интересы. То есть он мог по судам ходить, представлять компанию, то есть как бы там. Можно спросить? Все, хорошо. Сделаем. Я понял. Спасибо. Грамотный, что ты скажешь? Ну, юристы же. Ты сказал, вообще не знаешь, да, что такое идея? Не, он все знает, просто он красиво отмазался. А ты скажи, а вот который... Вот так вот выглядят кабинеты у юристов. Ну, точнее, у секты юристов. Они пустые. Извините, правильно понимаю, что вы первые позвонили в скорую после того, как на нас напали, да? Да, 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 я сразу выбежала на первый этаж, я позвонила в полицию, потом скорая сказала то, что пострадали люди, вот, ожог глаз, на что мне ответили, вы понимаете, то, что коронавирус, у нас нет машины, ехать не на чем, будет слишком долго, вызывайте такси и приезжайте. Вот. Компьютеры. Мало. А это кто? Пастухов выходит. Пастухов. А кого вы будете? Пастухова. Тесняшку режу, пришел. Вот и спрятался, это Пухов! Да лицо-то покажи, что ты? Покажи лицо-то, бессовестный! Пастухов! Да, иди. Ну вон туда, за решетку засуньте. И по почкам ему. Да, забери пока скажи. Пастухов, следующий адрес какой будет? Пастухов, а что это тебе? Следующий какой адрес будет? Да не будет следующего адреса. Адрес у него будет в тюрьме теперь. Закрывай, да. Ну что ты? Даже не посмотрел на нас. Прощай! Давай, последний путь! Пастухов! А вот с ним вот этот товарищ, вот у него вот очень... А их там допрашивают? Начальник. Так его же полиция, по-моему, забрала. Да? Может, коллеги же, да, забирали. А я тут почему? А вы кем являетесь? Я такой же клиент зашел сюда. Я не при вас заходил? Да, вместе. Но... Нет, не вместе, не надо. В разное время. Я зашел, мне вот девушка здесь до этого зацепила. Я же извиняюсь, ничего же не говорю. Нет. А вот это, по-моему, вы же здесь ходили, вы же общались. Мы же заявление писали. Товарищи вашего мнения. Да, ну вы видите, я здесь выхожу. Да. Он с вашими коллегами выходил. Какой? Мы забрали только вот Вадим Валерьевич Пастухова, да. Нет, так он же здесь стоял, я что? Стоял я прямо, не посмотрел. А с чего взяли, что он с ним? Они вместе. Они общались, да, поддерживали общение какое-то, да? Может быть, опросить просто? А по этому поводу вы что можете сказать? Да я ничего не могу сказать, я заходил вот человеком, правильно? Да, я понял, я говорю. А Алексееву, которого вы общались, вот. Зачем? Вот это правильно я здесь? Он его забрали. Ваши коллеги полиции забрали. Ну, вы можете, вы не можете сказать, как он забрал? А что ему сказать, я не знаю. Что он сказал? Я знаю, что Алексей. Я, он тоже зашел сюда такой же человек, как и я. Я говорю, такой же человек, как и я. Алексей. Я с ним даже заходил. Да почему вы меня кого-то приписываете? А что вы делаете? Вы же вместе были, поэтому... Нет, я говорю, так же заходили. То есть вы его не знаете? А сейчас вы с какой целью до сих пор здесь охотитесь? А меня не отпускали, поэтому выходила же девушка с дредами была, большим меня не пустила. И женщина вот эта была, которая в пальтишке. И ваша супруга меня никто не пускала. То есть сейчас вы не пускаете? Так я здесь, скажи, я уже выходил. То есть не получается выйти? Вот, девушка меня не пускала. Нет, ну сейчас выйти. Я не уходил, мне интересно, не представляю. Ну уже нет. Вот ну, я никуда не уходил. Я никуда не уходил. Я здесь перед вами, Шик. Да нет, вы просто верите. Просто непонятно, почему, если он на каком говорит, поясняет, что он расскажет, зашел там для... Для чего вы зашли еще, расскажите? Как клиент. Как клиент. Да. То есть хотели воспользоваться юридическими услугами? Ну, да. Да, понятно.
Вы один пришли сюда? Да, я по дороге у вас всем заходил. С человеком, который заходил сюда дальше. Вы с ним познакомиться уже успели, сказал Алексей. Да, 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 да. Познакомились. Потому что вот я знаю, видите, как он. Ну ладно, мы все прекрасно понимаем. Ясно. И взятки гладкие, как говорится. Я тоже. Понятно. Но это не конструктивно, да. Не является. Можете покинуть помещение. Хорошо. Я понял. Вообще, вы просто молодцы. Молодцы. Главное, чтобы это было искренне, Тигран. Знаете, дайте, отойду, а то сейчас скажу. Правильно, правильно. Все, она я не вижу смысла дальнейшего вообще. Да, хорошо. Да. А там у нас, получается, другие личности находятся, я так понимаю, да? А там сейчас никаких следствий действий не осуществляется? Осуществляется. Да? О, тогда мы еще здесь. Пустите ей, попинаю. Запустите, дайте мне проявку. Не, просто вы представляете, вообще, женщины, если в гневе, это страшное оружие. Вообще-то поэтому, если разъярить вообще вот женщину, это вот не надо никаких пацанов там брать с собой, они просто разорвут их все. Заходим по одному. Так они кушали внизу, они, вот Серега скинул. Они кушали внизу, поэтому они сбежали. А, им повезло. Да, но я тебя отправила. Да, ну, грузится сейчас. А там что, у них столовая? Не, они жрали внизу, да, поэтому они смогли сбежать. Вот он, да, прям в столовой отсек. Вы поняли, что? У меня грузится интернет хреновый, вещь. Сколько еще осталось? Людей? Сколько людей по Авилону? А, ну вот все, кто сидит, смотрели. По Авилону сколько еще? Шестеро? А фамилии какие? Макаров. Я 2 июня, 25 июня. Сейчас будет заявление рассмотрено, сегодня, либо завтра, либо завтра. А потому что я ему кличку так дала, пожалуйста. Я бы сказала, когда заехать, меня подъедет. Я принимаю. Два часа остались. Я принимаю. Про что подается? Вы скажете, что вы даете деньги? Так я что сказал? Все эти заявления. Ну, написали. Написали. Может, сразу просто выдадите. Ну, давайте сейчас. Нам надо постановление. Нам бы его забрать, бы ему хотя бы вручить, нам на полчаса забрать его. А сейчас нельзя это постановление? На компьютере бланк постановочный. Ну, давай, там все отпечатается. Давай. Сотрудников там нет? Там больше никого, там все комнаты. Дозвон они забрали. Нет, сейчас. Ну раз здесь там никого же нету, все, тут эти... можно уже заходить, да? Тут ничего не выносит, ничего не хотите понимать. Посмотреть? Да, там же никого нет, следственная оперативная группа, правильно? Нет, а, ну тогда можешь зайти, что мы. Хотите поснимать там? Да я просто хочу понять, ну сотрудники же здесь есть, вот. Ну посмотрите. Вот зато сейчас. Вот сотрудник просто здесь есть, вот здесь ходит, а там двери закрытые. Здесь сотрудники компании, да, они находятся. Угу. Вот они. Вот они все здесь находятся. Сами вот себя потравили. Здесь какие были мы эти системные блоки, здесь изъято 3-4. А, здесь вот он, колл-центр здесь сидят, я так понял, да? 3-4, да. Угу. То есть они следственно-оперативные были изъяты. Документация, она здесь хранилась. Там кабинеты, я так понял, для принятия непосредственных посетителей. А весь вот центр мы здесь. Они все стерли, так здесь сказали, мы да? работали, да. А они стерли уже успели, да? Не знаю. Так, ладно, там системы конец забрали, а там системник. И те кабинеты, которые вы смотрите. Ну тут уже. Алексей. Иду, иду. Сколько вас еще отправили? Просто, ну они раз не выполнили до конца, ну, до конца все же дело. Просто мы тут что-то понимаете. Есть системник тут стоит. Нам его домой забрать, я могу забрать. Ну, кассовый аппарат, сейф, смотрите, сейф маленький стоит. Документация здесь вон сколько всего. И вот помещение. Я уверен, там еще одно помещение было. А вот, так, это вот раз одно. Сейчас там пойду посмотрю. Я жопу надо мамкам надрать вашим. Вот еще кабинет. Доступа в него нет. Они есть. Ага. Да нет, это как раз для клиента. Ну ладно, здесь у них было. Но тот закрытый. И плюс не изъят системник тот с кассовым аппаратом. Это же относится к данному преступлению. Так, ну, так что ничего не все. Я думаю, сейчас это не ваша компетенция, сейчас... это нужно вам вызывать. Компетенция, да, не ваша. Вот, поэтому сообщите. Мы это сообщим. Проморгали. Так что мы здесь. Получили денежку? Алена. Нет еще? Что сказать? У меня нет на руках договора, и как бы вчера только успела, скажем так, деньги только перевели вчера, а договор заключить не успели, то есть написать. Ну, соответственно, я... Но без договора они смогли получить деньги, а отдать их не могут сейчас? Так, ну 5 тысяч рублей? Сейчас, ну 5 тысяч рублей. А вы как договорились? Ворон,
завтра мы созвонимся. А что он сейчас не может подойти? Из-за вот этого? Да, из-за того, что ему нужно договор подсказать. Подождите. Подождите. Вы завтра можете их не получить, просто к чему? Я здесь остаюсь. Смотрите просто я к чему. Они не могут писать доказательства. Вы покажите, пусть они вернут деньги. Вот так он может обещание выдавить. Я понимаю, что только он никак не отказывается просто. Ну ладно, здесь разберемся, я понял. Понятно, а кто тогда за кем есть? Заходите. Смотрите, просто какая ситуация. Вы девушка сейчас получила такая, что она без договора, я потому понимаю. Что у нее его нет. Так я же поэтому ей сказал. Но есть, смотрите, его же заставляли. Так верните, она же перевела деньги. Подождите. Есть подтверждение. Девушке что сказал? Что сказал? Что я сегодня, максимум завтра, в первой половине дня, найду за нашу договор и вы экземпляр. Потому что мне сейчас, допустим, смотрите, вот вы не глупый человек. Так, но нету договора, не составляете. Вы живой человек не глупый, правильно? Так. При заявлении на расторжение я должен указать, в рамках какого договора оно расторгается. Так. И в расписке также указываю, в рамках чего денежные средства возвращаются. А в рамках чего она платила тогда 5000 рублей? Договор составлял. Факт оплаты. На тот момент она сказала, что договор никакой нет. Факт оплаты в данном случае уже подтверждает договорные отношения. Поэтому он в любом случае должен будет составить. Она же не подписывала договор. Ну, не подписанный договор договорных отношений не исключает. И вы, как юрист, должны это знать. Факт оплаты в данном случае подтверждает наличие договорных отношений. Скажите, у вас есть факт оплаты? Человек показал чек, фотографию человека. Факт оплаты. Вы могли бы вернуть эти деньги, а уже формальность соблюдаете, потом впишите номер договора. Я не могу вписывать что-то. Очень немножко. Давайте потому с вами составим сейчас договор. Она может расписку, она же вам даст, что договор не печатает в данном случае, ничего. Мне нужно знать в отношении какого договора расторгать. Я не отказываю в возврате. Да? Ну, дата известна, когда заключали? Так мне нужно известно, фамилия известна. Мне это нужно а формальность вам что нужно конкретно? Какая вы сейчас понимаете, договора? Что вы сейчас просто задерживаете. Информация из договора какая людей? Нужна, просто чтобы не понимать. Номер договора, когда он был заключен в данном случае, очередность этого договора, какая сумма по договору, какая сумма по вам. Все, абсолютно вся информация есть, кроме номера договора. Так это влияет существенно на то, что вы выполните со своей стороны? На что влияет? Вы номер договора не можете писать? Подождите, сейчас вы немножко не так... Вы сейчас пошли вроде бы на уступки, да, там возвращаете, назовем это уступками, да. Но до конца как-то вот не хотите. Вы сейчас просто из ничего делаете какой-то... Мы не из ничего. Вы знаете, что хотим? Чтобы люди получили сегодня деньги. Завтра неизвестно, что будет. Завтра это будет завтра. Сегодня она получит деньги. Вы можете поднять, когда закончите с человеком, вы можете поднять этот договор и вписать всю эту необходимую информацию. Вы знаете, например, где документация находится? Ну вы-то знаете, я там подъявляю. Я такую информацию не представляю. Вам не представляю? Я делаю в данном случае запрос, не представляю информацию. Я же не сотрудник. А вы можете сделать запрос? Вы видите, что пока, там люди так же ну, стоят? Пока, вот они будут вот знать, можно вы занимаетесь? Спокойно со вы сделаете запрос, пока с человеком занимаетесь? Можно спокойно сейчас с людьми разберусь? Ну вы сделаете запрос? Всего доброго. Сделайте запрос? Всего. Я могу вас попросить сделать запрос сейчас? Попросить можете всегда. Вы сделаете это? Попробуйте, могу. Попробуйте, хорошо, мы здесь оживаем. Все. Можно, да, попросить? Да. Да. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам вернули денежные средства? Да, вернули, по-моему. Сколько? 21 тысяча. 21 тысячу. Все, спасибо вам большое. Вам повезло. Да, вы счастливчик. Спасибо людям и полиции, что вернули вам деньги. Наташа, а ты что? Так, что у тебя там? Мне вернули 38, не 40. Тебе вернули? Да. Сколько вернули? Ну, у меня, я же 40 подавала по договору, они прописали 38. 38 вернули. 38 тысяч? Сказал, да, я. Ну, понял, в договоре указано. Ну, 38 тысяч тоже хорошо. Я очень рада, спасибо. Вообще. Да. Ну, 2 тысячи. Ну, понимаешь, либо получить 38, либо ничего. Да? А чем мотивировали? Но в договоре указано. В договоре указано. Она отдавала 40 тысяч, да, в договоре не прописаны другие. Там на их транспортные средства я поняла. Но если их все равно живых не следует. У меня так же, поэтому я пока не написала, какую. Какая в договоре указана? 15. А сколько всего дала? 16. Ну, Татьяна. Придется 15. А что толку я писала? Ну, это лучше, чем ничего. Да. Иначе вообще ничего не получить. Они еще не закончились. Смотрите, девушка пришла. Тихо. Это кто такая? Тихо. Сотрудник полиции, примите меры, пожалуйста. Какие меры? Тихо. А что случилось? Отойди, Даня. А что это такое? Сними маску. Кто это такой? Коронавирус? Все, успокойся. Один есть. Успокойся. А чего у вас так много? Успокойся. А что?
А что случилось? Пожалуйста, маску. Тихо, что хватит, Таня, что иди сюда. Что случилось? Ты иди сюда, подойди. Сами первые начали. Кто начал первый? Вы сейчас. Кто мы начали? Вы ее толкнули при сотрудниках полиции. Вы свидетели. Пойди сюда. Я свидетель. Пойди сюда. Камера снимает, они покажут, что там. Подождите, что случилось? Почему вы здесь? Это человек что здесь? Почему вы здесь? Кого терроризирует? Это человек. Здесь сотрудники полиции. Здесь, смотрите, сотрудники полиции. Сотрудники полиции, что вы без маски стоите? Мы стоим в маске. Сейчас я выходила, спускалась. Вы сейчас хотите привлечь меня за маску? Привлекайте. Я как могу привлекать? Он полиция, он кто такой? Ты не лезь. Что вас так много, я не понимаю. Ты не лезь никуда. Зачем? Слышишь меня? Уточните. Я не лезу. Все хорошо. Почему? Мне интересно, что вы здесь? Вызывайся. А это самое, девчонки, вызовите наряд, пожалуйста, сюда приехали куча людей иностранного происхождения, пожалуйста. Заложен вызов? А что сложно вызовом? Что у вас за проблема? Почему вы сюда пришли? Вы уже какой раз приходите? Это не первый раз. Вызывай, скажи, что приехала куча людей сюда на Бахметьево, два сотрудника полиции не могут ничего решить. Меня можно отложить? Главное, чтобы вы от себя сами защитились. Мы, объясню. Тот, кто деньги получает, он никто никого не интересует. Это человек, который провокатор есть, конкретно этот человек, чтобы в этом помещении находился. А тот, кому деньги возмещают, это же никаких проблем нет. Чтобы они свои деньги получили обратно. Мам! Слышишь, сюда иди. Успокойтесь. Давайте успокойтесь, хорошо? Алло. Мам. Все, они ушли, что ли? Я не пойму. А почему вы их отпустили? А кто это с ними сделал? Так они сейчас, мы сейчас пойдем, они нас всех порежут. Они вас порежут. Да? Задержите их, пожалуйста. Я вызвала отдел, я вызвала наряд, вызвала полицию. Сейчас скажут, а где они все? Вы зачем нас вызывали? Сюда иди. Слышишь меня? Мама! Так они на нас наехали, как это так? Таню отпихнули, на Вадима тут накинули. Что это такое? Я с ней. Пусть зафиксируют, что за люди. Пришли и нам угрожают тут. Ну, они все ушли, все. Надик. Ну, почему вы их отпустили, я не пойму. А кто их задерживает? Нет, это значит, сейчас вот так можно, да? Вот они, две мадам с этой организации идут, гуляют. Вот, возвращаются на работу, да? Да. Все как положено. За зарплаты, наверное, идут. Кто? Вот две красавицы. Ну подождите, собьете. Куда вы летите? Вот девчонки говорили, там ходили. Азиатской национальности, товарищ. Вот они и есть. Вам вернули? Да. Сколько? Все 16,5, которые были мной выложены, даже курьерская услуга. Отлично. Выпущена. Супер, мы рады. Спасибо большое, Вадим. Пожалуйста. И всем сотрудникам полиции, и всем, кто принимал в этом участие. Отлично. Благодарна. Это общая наша победа. Да, да. Спасибо. Надеюсь, отлично, что больше никто сюда не попадет. А уже они работать больше не будут. Отлично. Очень рады. Да. Кроме вас оказалось, что мы никому не нужны. Да. Я еще ничего не верила. Ну, слава богу, все произошло. Да. Все хорошо. Я... Мне все еще кажется, это сном, конечно. Да. Я не верю вообще. Я отсюда в субботу... Так, а сколько еще осталось людям, сколько вернуть денег? Они там сидели в поворот. Не-не, я имею в виду вернуть денег. Они ушли. Они сосредоточились. Да, ну, я прошла, посмотрела. Они не ушли. У меня аж руки дрожат.
Вам угрожали. Что? Вам угрожали. Да. Угрозы? Да. Ну, как их такое поведение угрожающее. Да, вот. Но конкретно угроз. Что, подожди, что конкретно угрожали? Кто... Я же слышала, когда они поднялись, а я просто не слышал. Вниз. Дайте я скажу, я же подошла, да, сказала. Она просто слышала. Можно, две секунды, две секунды. Вы сказали, вам угрожали, правильно? Ну да, ну, а в мой адрес, я что конкретно сказали? Я слышала угрозы. Да. Поднимались, мы спускались с Кристиной, поднимались люди. Где этот? Серов. Что за Нам нужен он. Серов – это он. Поднимались люди, больше 20 человек, так, в масках, как обычно, да, с бородами, то есть не русской национальности. Шли на пролом, расталкивая всех туда, всех, пока сотрудники кого, полиции. Вас оттолкнули? Да. Да, точно. С одного я сорвала маску, чтобы показать его лицо. Так. Все. Скажи, сотрудники полиции. У вас был, да? Они все на меня взнаезжали. Да нет, да, тут мы же не про это говорим. Сотрудники полиции вмешались в этот конфликт, так, и смогли это все предотвратить, выставив их на улицу. Так. После этого они остались, рассредоточились по участку. Мы не знаем, где они сейчас есть. Так, если с моей семьей что-то случится, будет очень плохо. Сейчас все напишем заявление. Кому из здесь присутствующих данные граждане конкретно угрожали? Они пришли конкретно за мной. Можно, вот я задам вопрос, вы сразу же ответите. Кому из здесь присутствующих причинены телесные повреждения? Никому. Нас растолкали всех. Нас растолкали. Телесные есть у кого-либо? Нет, нас просто грубо растолкали. Кто сейчас будет? Я предлагаю, кто хочет написать заявление, давайте сейчас проследуем. Да по поводу чего они будут писать? Они по поводу чего будут писать? Я спросил. Вы ответили, как говорится, правильно? Ну, вопрос такой был риторический. Здесь на него даже отвечать не нужно. Ну. Никто не будет писать заявление просто по одной причине. Во-первых, не на кого и не на что. Я вам предлагаю написать заявление по данному факту. Надо было документы посмотреть, кто пришел. Это мы сейчас будем разбираться, кто так пришел. Они ушли. Но это уже наша задача, кто ушел, пришел. Они же все равно же по земле передвигаются, правильно? Вы конкретно сейчас будете писать заявление? А мне не почему писать заявление. То есть никаких... Конкретно в мой адрес не высказывается, значит, никаких угроз. Да, их поведение можно расценить как угрозу. Но проблема в том, что привлечь к ответственности за это нельзя. Женщина, она является там супругой. Супруга. Но дело в том, что привлечь за это к ответственности реально? За то поведение, которое было угрожать, нет. Мы, тем не менее, нет, обязаны спросить вот у вас. Мы поэтому, да, для того, что если возымело бы это какой-то эффект, то, конечно, было бы написано заявление, так как никакого эффекта соответствующим образом. Ну, это просто не привлечь за это к ответственности. Бумагу тратить и время не ваше. То есть не на данный момент я вам предлагаю... Нет оснований для написания заявления. Вот этого всего происходящего, написать заявление. Проследуйте со мной, как с должностным лицом в отдел полиции, или давайте здесь. Как оформите. Мы уже вместе с вами поняли, что в этом нет никакого смысла, так как ответственность... Да, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Хорошо. Ну, еще на данный момент, какие-либо претензии? Есть вопросы. Следственная оперативная группа не изъяла до конца все оборудование. И не помещение, которое имеется, еще не посмотрели, что в них находится. Потому что там помещение, есть помещение, которое арендуется именно вот эта организация. Да, именно эта организация. Слов, да, вот да. Было изъято все то, что посчитал дознаватель. Нужно системный блок находится проверки. С кассовым аппаратом. Это не нужно изымать? Профессиональную деятельность дознавателя, я как должностное лицо, я могу вам только указать. А решение принимает именно на месте. Понял. Ну, скажите, дознаватель не совершил ошибки? Да я ничего не считаю, я просто задаю вопрос. В данном случае проведем проверку дополнительную. Почему не опечатали помещение? Они завтра выйдут работать. Они не выйдут завтра работать. Выйдут. Не завтра, через неделю. Ну как, завтра мне сказал 12, приезжайте по деньгами. То есть вы не допустите больше работы этой конторы, правильно я понимаю? Мы будем внимательно следить. Чтобы они не работали больше. Вы красиво говорите. Уходите от ответа, по-моему. Я не ухожу от ответа. Вы очень я красиво. Конкретно вы подготовились прям сразу. Я не готовился. Это очень хорошо. У меня работа такая. Быть подготовленным. Ладно, в общем, самое главное, нам нужно иметь понимание, что вы со своей стороны не допустите больше работы данной конторы. Вот это самое главное. Абсолютно верно. Хорошо. Так, скажите, да, что? Вы сказали, 12 завтра позвоните. Ну, значит, 12 завтра наберете, и мне потом наберете. Дальнейшие какие-то процессуальные действия здесь будут осуществляться? На данный момент мы сейчас все-таки с гражданами отдельно, с каждым персонально пообщаемся по данному инциденту. Потом определимся. Хорошо. Спасибо за внимание. Все те помещения, которые арендуются именно этой организацией, были осмотрены. То есть там частями. Номер один служебное помещение, не заходил юрист в эту комнату. Соответственно, зашел. У них там поделено, что ли, вот эти два крыла сделаны на разные юрфирмы? Все юридические документы нам поданы. Владимир, вот это книга, юрист, открывайте. Я понял. Поэтому ООО «Авилон» и ООО «Авалон». У них вот два разных этих, я вот что. Мы знаем свою работу, поэтому не нужно кричать сейчас. Они действительно не могут процессуально туда, получается, раз это разные два юридических лица. «Авилон» и «Авалон» они, скорее, там сделали. Ну, скорее, мы так предполагаем.
Да. Что, серьезно? Да. Дорогие друзья, ну вот и завершилось наше сегодняшнее мероприятие. Достаточно благополучно. Благодаря нам всем, всем тем людям, которые пострадали. Нам, в частности, не будем вот немножко так вот скромными, не будем. В общем, нам удалось хотя бы вернуть часть денег людям, которые пострадали по ООО «Авилон». Да, больше эта организация, как нас убедил замначальник отдела полиции, больше не будет работать. Вот меня не хотят пропускать, но и не должны. Спасибо большое. Оп, благодарим. Значит, это мы вырежем. Значит, замначальник отдела полиции пообещал, что больше эта контора работать не будет. На их территории точно. Ну, посмотрим. В общем, к нам приезжали бородачи. Видимо, хотели что-то конкретно мне устроить, но у них не срослось. Я думаю, это благодаря сотрудникам полиции. Вот, конечно, если бы не сотрудники полиции, неизвестно, чем бы все это закончилось. Ну, конечно, известно. Поломанным Серовым, вот, поломанными камерами. Ну, в общем, ничего хорошего. Хочу отметить, что благодаря сотрудникам полиции не произошло непоправимого. Я остался целый, оборудование осталось целое, потому что они шли четко за мной. Кто? Бородачи. Вот. Конечно, печально, что люди, мошенники, даже людьми их сложно назвать, вот, их покрывают какие-то спортсмены, какие-то вот люди, которые имеют какую-то силу. Очень жаль. И таким людям должно быть стыдно. Я надеюсь, вы сейчас это смотрите, сюжет, и вам сейчас будет стыдно. Очень сильно. Хотя сомневаюсь в этом. Но, может быть, в глубине души вы постыдите своим поступком. В общем, все прошло замечательно, все хорошо. Смотрите прямой эфир с молоком. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий сотрудников ряда коммерческих фирм, осуществляющих свою деятельность под видом оказания юридических услуг населению. Следователям будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка действий лиц, причастных к указанным преступлениям. Кроме того, следователь МСК России возбужден уголовное дело по статье 144 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, имевшему место в ноябре текущего года в городе Воронеже. Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на личном контроле в отделе регионального управления МСК России. Неповиновение законному требованию сотруднику полиции будет. Я не пущу людей. У нас технический перерыв. У нас работа, Есть приказ. Проходите. Игорь Павлович, заходи. На консультацию. Игорь Павлович, это мой сотрудник, твой человек. Полиция! Это не кадры задержания серийных убийц и не облава в местном наркопритоне, как может показаться на первый взгляд. Это люди, которые клялись защищать честных граждан по букве закона, а на самом деле обманывали их на миллионы рублей. Самых слабых и самых незащищенных – пенсионеров, инвалидов и людей, которые попали в тяжелые жизненные ситуации. К вам люди идут, последние копейки несут, занимают, перезанимают. Идут за помощью, обращаются. Ничуть не стыдно, а? Вы хоть смотрите нам в глаза. Я слезы лью 3 месяца. У меня сына нет. Мне последние деньги принесла, заняла. Чтобы мне помогли. А вы что? И ты бежал отсюда, от людей бегал. Разве тебе не стыдно? Ты отец. У нее сын погиб. Мы следим за развитием этой истории в Воронеже. Берегите себя и своих близких и думайте, к кому вы обращаетесь. Лучший совет, мне кажется, это сарафанное радио у друзей, которые уже когда-то к кому-то обращались.